Дать диман? Ну-ка, вот так. Но у него нет микшера. Вот, так есть звук, но он почему-то не захватывается в эту. ВБС? Да, да, да. Звук в наушниках? В ВБС нет звука? Есть, вон же. Не, ну это... А что это? А, есть? Так вон же он на полу. Все, он вывелся. Есть, да, ебать, охуенно. Поехали, да. Давай, девочка ебаная. А, у меня атака в другой стороне. Я в синей форме, он в белой. И в темно-синей. Диего Жота. Диего Жопа, бля, ебаный. На тебе первый? Да не, куда ты, блядь? Ты сейчас первую фигуру твою. Как блядь, здорово, блядь. Он голкипера подстраховал тут. Да, очень вовремя оказался в нужном месте и спас свою команду от гола. Красавец. Ты что, девочка ебаная, нахуй. На гол, но защита не спит. Ты когда успел научиться, Дима? Что он там научился? Он только сосать все научился. Знаем, здесь отбор чуть другой, было уделено Мбаппе перед этой встречей. Какой думаешь, отбор, бля, естественный? В прошлой игре он отгрузил три. Оп, а сюда. Соперник сегодня постарается лишить Шарик его мяча, но получится. В атаку пошел. Оп. Магомед Салах. Давай, погнали. Момент. Момент, ебать. И как чё? Да это читерское говно. Сосай! Да не, куда это? Вытащить такой удар. Великолепная реакция голкипера. Не получилось тут толком мяч выбить. Фабиньо. Вот так вот туда, правенько. Нормально. Давайте, давайте ставки на вашу игру поставим. Давай, да я выиграю. Ставки? Злой! Да, брат. Давай ставки поставим. Давай, я на бустера. Злой, правильный выбор, спасибо. В смысле, он на бустера поставил? Ну хорошо, я тогда на Димана. Давай по 100 баксов. А что, Артур? По 100 баксов? Да, по 100 баксов. Хорошо, поехали. А игроки имеют процент с выигрышей? Хорошо, Вадя, ты тоже поставил? Нет, да, Вадя поставил, Вадя на Димана поставил. Вадя, спасибо! Вадя на Димана поставил? Давай, да. Диманчик, не проеби. Вадя, я буду стараться, но у этого чела просто вратарь все берет. Как ты, блядь, только ты Диман, в рот себе Диман, берешь. Диман, да, давай, давай на счет Вадя поставим еще. Ашраф Хакими. А ну как, блядь, Зави, какой он счет? Да, блядь, лагает, ебаный. Так, пас, пас. Мбаппе. Данило Перейра. Блядь! Да блядь! Да нет, так... Сыр, сыр, ебаный! Еще и офсайд. А, не офсайд, что? Никакой офсайд, давай, Димочка, давай, давай, родники, давай, пупсик. Удара не было, блядь. По-прежнему опасно, может быть. Ты в пупу нахуй. Бля, ебать, Диман жестко атакует. Я тебя расчехлю, дурочка, бля. Да, он жестко атакует, бля. Родной нахуй, отдохни, ебать, у тебя жопа закоптилась, блядь. Трент Александр Арнольд. Устрица ты ебаная, мюсли ебаная, бля. Оп. Пойдет тут навес. Оп. Да, как влетело-то ворот. Тело-то ворот. Отдохни, дурачок, ебаный, блядь. Давай, 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 смотри. Оп. Не смог защитник как следует мяч вынести, все еще опасно сейчас. И защитник вовремя блокирует. Подай, подай мне туда резоночку. Чувствуешь? Как вы знаете, CSCase давний спонсор нашего канала, и им можно доверять. Куча кейсов, отличный дизайн, отзывчивость от техподдержки и многое другое на этом сайте. Удобная статистика пополнений. Теперь каждый может отследить, от кого пришли проценты с пополнений. Три категории реферальной системы. Ранг увеличивается с количеством пополнений на сайт. Почувствуя себя ютубером или стримером, абсолютно каждый может рекламировать сайт CSCase и получать за это деньги. Ну и давайте я вам посвящу наш промокод ROFALS22. Пока которому вы сможете получить 50% бонуса при пополнении баланса, а также ссылка и промокод будет в описании ролика. Хватит крутить кейсы у Гейба, лучшие скины на CSCase. Прессинг. Пирсинг хотел сказать. В любую он там кто стоит, только твою, без, не твою, главное, без железки, блядь. Да нет там железки. Ну а что изо рта достал-то, блядь? Да, Жень, отлично передаешь. Спасибо, блядь. Блядь, отдохни нахуй, ёпта. Сейчас я виноват, да? Старая клякса ебаная, блядь. Ну ты вообще мне сейчас закрыл экран. Старая пиздятинка. У меня мышка прям... А сейчас что за задержка блядская? Диманчик, еби его нахуй. Артурчик, я поддержку. Я ебу, Вадя, ебу. Соси, давай, Диман, соси. Диман, ты всегда хорошо играл, нахуй. Ой, блядь, Дима, соси, блядь. Ты в футболе всегда хорошо все делал. Дима, сосать, ты нихуя не можешь большой. В этой жизни. Давай, блядь, давай, родники. Нормально, давай, давай. Все, все. Она все, просто, Вадя, чуть другая, нахуй. Надо привыкнуть, понял? Ух, давай, ебать, ты что, долбоёб? Хуя ты ебень, блядь, отборный прям. Легким движением ноги оставил соперника. Соси, Димочка, ты не сможешь даже попасть по воротам. Артурчик, Артурчик. Артурчик, давай. Учало только прострелы, обрати внимание. Ошибся в передаче.
Давай, Артурчик, бля. Да, нахуй, радуй меня, радуй. Давай, свободы, сейчас я сосу грязный твой пенис. Бля, куда ты даешь, ебол? Я не буду тебя сосать лишь, поэтому тебе это не надо, блядь. Ему это надо, в том-то и дело, это плохая мотивация. Не-не-не-не-не, Диману не надо это, блядь. Не, у Диман... него есть девочки, блядь, которые могут сосать, блядь. Они только дрочат, брат. Слава! Слава! Ну, Хазе, он мне другое рассказывал. Нет, он и рассказывал, как он отсасывает. Блядь, ну он доплачивает, как... чтобы у охранников в рот взять. Что за перехват, нахуй? Неймар. Хороший контроль мяча, не так просто его отобрать. Блядь, сука ты ебаная. Оп. Ферранти. Молодец, Диманчик, блядь. Это хуйня залетает, брат. Да нормально, нормально. Вать, это фигня, не обращай внимания. 1-0 ничего не значит, братик. Если проигрывать начнет, без злиться будет. Я таким агрессивным его никогда не убью. Давай на счет сыграем. Не, уже поздняк. А что поздняк-то, очко ебаное? Мы уже играли на машину. Сначала матч надо играть. На машину играли. Сначала матч. На машину долбили. Не, потому что значит, если бы я выиграл, такой, давай на счет сыграем. Так не работает. Слава, 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 ты забил. А? Блять, а ты даже не знаешь, кто забил, блять. Я не знаю, кто какая Слава, команда. Слава забил, да. Хорош, Славутыч. Спасибо, родной. А как насчет навеса здесь? Твои $100 летят это тебе уже, нахуй. Да есть же, за носиком. Пас на тебя, Вадим Анфорус. Хендерсон. Отдохни, вот ебать. Нормально, нормально. Старая, бля, сметана, нахуй. Брат, сейчас пасиками просто расхерачу, поверь мне. Родной, 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 что за, блять? И без мяча они остаются. Бля, он, как они туда отбирают. Нормально. Да что ты, мудачок, ты ебаный нахуй. Кроссовки ебал ты, бутсы, блядь. Куда? Что, долбоёб? Отдохни, друг. Лесной, блядь. Классный пас в движение. Туда его, обзывай его, правильно, Дима? Неймар. И! Слава, не поддавайся, бля. Теми матами кусось его, блядь. Что это за щеканочка моя пожилая, блядь? Нормально, нормально. Как запеканочка, только всегда за щекой, блядь. Все хорошо. Лионель Месси. И! Обзывай его, обзывай его тоже, блядь. Кажи ему, хуила ебаная, сука. Моя защеканочка старая. Смотри, как он сейчас разговаривать будет, когда въебет просто в ноль. Давай, 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 Диман. Родной, отдохни, блядь. У меня вратарь будет? У тебя вратарь ушел в декрет, он в отпуск ушел. Ему просто на пузико набрызгали, блядь, смегму, блядь. Да, набрызгал я лично своим пенсилом. Хорош, брат. Этот мяч без особого труда. Да, это мой поверенный пиздит. Поехали, брат. Готов ловить? Да нет, куда ты летишь? Поймал. Брат, а ты куда летишь-то? Ты вообще ебнулся? От кого бы он не ушел, хуйню делаешь, муравей. Ой, блин. Смотри, Слав, красивый гол, а не то, что ты забиваешь. Нет, так у меня все голы ювелирные, брат. Фабиньо. У тебя просто на скорости, смотри, красивый гол. Где добавляет одну минуту. Забивать тут надо! Ебать красивый гол, пиздец. Щёчки такие. Бля, ебать красивый гол. Иди-ка пиздец, замахни, ебать. Короче, тут этого бомжа, сука! На что-то играете? Поздно уже. Блин. Так похуй 1-1, в смысле поздно. Давай заново. Чё, 1-1? Всё, заново начинаем, уже неинтересно играть. Второй тайм, 1-1, Дима. Конкретно на что-то. Поехали, поехали. Ну так на что, Дима? Да подожди, сейчас же. Сейчас решим. Ты готов, Слава, играть? Сейчас, секунду. Давай. Ну, доволен. Но меня уже развели, Слав. Играй, играй, похуй, забей хуй, что он не может. Ух, ни хрена, куда так сильно-то? Оп. Мохаммед Салах. Жоэль Матип. Че ты старая, блядь, стратегическая Мохаммед машина, Салах. Блядь. Ой, да не, блядь, ты кашку покушал, блядь. С другой точной, прямо в соперника. Ты что такого-то вяленького дал такого? Ну куда опять бежит чел по флангу? Рижане переходят, блядь, в атаку. Я... Ну сейчас гол будет, я останусь. Что, что это за хуятина, блядь? Как ты бьёшь, куда? Мбаппе ебаная, блядь. Стружка кокосовая, блядь. Салах. И куда он там забил? Не, ну забил. Если так задумался. Подает в штрафную Салах. Ой, чуть спину. Опасненько, опасненько. Выбивай! Ну я вообще... Чего добивать? Там никого не было. Я такие ситуации вообще разыгрываю, как нихуй нахуй. Неплохо он смотрелся на поле в первом тайме, так ведь? Так, ну он забил перед самым перерывом, буквально в раздевалку. Ой-о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 й-
Слава, ты морж, Слава, ты морж, ты сильный, Слава. Слава, ты морж, ебаный, блядь. Ты сильный духом, Слава, ты ебешь, Слава, ты лучший, запомни это. Ты ебешь этого старика просто в сраку и под гриву, давай. Злой, бля. Я тебя выебу, я тебя, бля, буду нахуй. Ты ебешь его, да, Слав, и потом меня, доешь же, Слава, погнали. Уходи, такая себе мотивация, если честно, блядь. Этот шимпанзе, блядь, нихуя не сможет, старая, блядь. Этот крош ебаный. Да, он нихуя не может, Слав, ты лучше, еби спасибо, его. Спасибо, спасибо, блядь. Навесить можно же, ну. Главой. Спасибо, родной, нахуй, главой. Ой, в уголочек мы Ликса что потом поставим. Жаль Ликса. Давай. Почему жаль-то? Да что жаль-то, я ебашу его в ноль. Центр, штрафной мяч направлен. Ты тоже, блядь, проснись, нахуй, в своих снах до сих пор. Тебе 36, блядь, у тебя хуй висячий, блядь. Как уши спонирили, блядь. Туда его, да есть. Мне кажется, Дима Ликс выглядит лучше, чем... Вать, ну слышишь, я более-менее исправил ситуацию. Что, почему Слава в двух этих, блядь? Не обращай внимания. Что за перехваты ебаные в этой фифе дешевой? Какой дешевый, блядь, за 4500 евро. Дешевая фифа, блядь. Сучка ты сраная, блядь. Они теряют мяч. Тихо. Варикозная прошмандовка, блядь. Тихо. Оп. Куда ты там крутишь, пятаки? Оп. Ты что, на дрифт-тачке, что ли? Оп! И! Оп! Бля! Да что за команда хуйни? Как это работает, блядь? Чё это за хуйня? Да что, какой сам? Что это за... Что за долбоёб на воротах стоит? Посмотри, что за долбоёб на воротах! Не, посмотри! Алиса, включи магистр, посмотри! Он, блядь, ему ебало дал! Вратарю! Это пиздец! Алиса, включи магистр, пососи! После этого гола счёт у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Да похуй, врубай уже. Будет штрафной подавать. Не до детских, блядь. Ну, им 36, я не знаю, это считается детские, блядь, эти уши нахуй. Высокий прессинг. Мяч не пошел, дальше удар заблокирован. У меня день так много. Моя ебал коробка. Браво, защитник. Хуй ты такой, руки. Хороший шанс есть у команды. Сюда, на тебе в колено. Дима, надо исправлять, братик, что там. Неймар. Какой момент? Да нет, спас от гола защитника. Блять! Ну, НТМ. Основное время истекает через 20 минут. Брат, пизда. Я пока ногти накрашу. Что плохо, да? Суки можно забивать здесь. Не смогли они сдержать соперника и сравнивает Ливерпуль счет. Блять. 2-2 нормально. Хорош, Диман, блядь! Молодец, блядь! И на 90-й, блядь, лоху, сука! Умничка, блядь! Да иди ты нахуй, ты, сука, барсук ебаный, блядь, ебаный, блядь! Смотри, Диман, ну всем лучше. Слава, ты можешь, Слава, покажи, кто ты, главой! Ты чё, долбоёб вяленый, нахуй? Кимбебе, блядь, ебаная, нахуй! Ох, как опасно. Слава, не подведи, покажи силу. Диогу Жота не дает мячу пройти дальше. Да, блядь! Они так пробегают здесь мимо, это очень странно. Вот это опасный момент, ебать. Да блядь, чёрт! Это ебаная! Ебаная, блядь, шавка, ну, нахуй! Ну, как играть, и ебу теперь! Кого ты ебёшь, ты тварь, блядь, пюре ебаная, блядь! Давай. Туда его, блядь! Отличный пас, довести дело до конца. Ебать. Ой, положи! Алиса, погромче! Алиса, погромче, Алиса! Какая же хуета эта фифа, блядь! Какая же хуета эта фифа? Какая же хуета эта фифа? На меня погожи, Лиза и Настенька. Какая же она нулевая, чат? У меня две тоже. Виза и Мастеркард. Вижу эту куклу фантастика. Ланочка, ебаная шлюха твоя. Ебу в жопу ебать, ебу тебя в рот, ебаный Диман, урод. Пошел ты и нахуй, блядь. Старый хуй. Вверх, вниз, ебу тебя. Проверяйте. Бля, ну это штрафной. Бля. Дима за Лану, еби хуй соса.
Да ты, сука, бля, вяленая ты, блядь, сука, треска ебаная. Да просто слабо в экран смотрит второй. Бля! Ой, 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 а ты за кого ослик-то болеешь, а, ебаный? Тебя зерном покормить тебя. Слава за меня, да! Ебать, что ты, блядь, подсматривает, ебать, ты, блядь, за старого нахуй пришел топить. Поехали, на, полежи, нахуй, блядь, долбоёб. Полежи, блядь. А ты, ебаный, я тебя в очко катну. Очнись, я тебя в жизни катну, девка, нахуй, ебаная. Как ты бьешь штрафнички? Вот так, родной, нахуй. Куда? Куда ты бьешь? А что, на секундочку, потому что залетело? Нет, конечно, ты чё. Попизди, нахуй, 10 секунд, сука, демон ебаный. Блядь. Слава, красава, Слава. Я в тебе всегда верил. Здорово, он видит поле, отличный пас. Давай, давай, девка. Давай, давай, родной. Ты хочешь, блядь, ты хочешь в ширинку забить, еблан, блядь. Как же тебе повезло, блядь, блядь, сразу. Как же тебе нахуй повезло. Ты хочешь шириночку забить, ебать, ты, сука. Главой, давай, зажимай. Помойка, блядь, ебаная. Мяч летит в центр штрафной. Не смог защитник как следует мяч вынести. Тиман, у тебя есть шанс, давай, брат. О, бля. Чё ты нахуй? Три. Ой, а, бля, бля, ой, все, такие перехваты. Короче, ты въебал, ой, Диман. Ой, пососи, ебать. У. Да я богатую, ебак. У меня день так много. Марко Верати. Лионель Месси. Вейналду. Мбаппе вновь с мячом. Блять, и так повезло, что у тебя, слышь, твоя цапля ебаная, нахуй. Блять, как тебе повезло, что у тебя такая хуйня залетает, Слава. У тебя, заметь, одинаковые голы, я просто пока не знаю, как они... Я просто не знаю, как... Давай рестарт. Давай рестарт. Поехали. Не будь тебя в ноль. Не будь тебя в ноль, поехали. Что-то ширинка ебаная, поехали, сметанка, блядь. Ладно. Соточку взлома отправь, пожалуйста. Куда давай, соточку? Давай, поехали. Соточку. Артурчику соточку, пожалуйста, подгрузи, блядь. Куда, бро, что? Поехали. Ты сотку выиграл. Давай, все, ты... Диман, вас... Сейчас, вспомните, запомните, в ноль его ебашь. Еще и, будешь ставить? Давай, поехали. Поехали. А, у меня еще и режим стоял игры, охуенно. Какой? Давай и я тебе на этот, на монобэнк. Все, поехали. Вы еще давай. Будете ставить, пацаны? Давай, кидай. Да, да. Поехали. Давай еще раз. Я его ебу за тебя. Как кого-то сразу на Димана? Ну подожди, так я отправляю его, может быть, сейчас сразу, чтобы лишних транзакций. Давай, тогда если что, сразу 6 отправлю. Что это за финты-то такие? Месси идет вперед. А это что за хуета? Бля! Не, нормально, нормально. Ой. Какая хуета, блядь. Какая хуета это залетает. Отправляй сразу 2 сотни ему, нахуй. Бля, Диман. Какая же хуета он забивает чат, вы не представляете просто. Чел, у тебя рот в дерьме. Посмотрите, что это за говно. Он один игрок, он бежит просто. У тебя корочка Сануса засохла, дружище. В автобусе постой, потом попизди, понял? Талон-то есть, блядь, на проездной? Что это? Бля! Диман! Да не, это не забирает. А, ты мне Месси травмировал, уебан, на первой минуте. Иди меняй, блядь, уебка. Вот сука, блядь. Товари, чтоб не бегал. Вратарю хочется сказать много хвалебных слов. Так, сюда. Сейчас, ну, я, может, 6 тысяч минут сразу, блядь. Блядь, тебе так везет, вообще, девка. Вообще там не... Тебе так везет, Месси девчонка. Месси не бегает. Тебе так везет, вульва ты ебаная. Да. Отдохни, долбоёб. Чё это за говно? Громмяч! Ты Лионеля уважаешь? Бля! Лионеля уважаешь, долбоёб? Бля! Хуета здесь... Ты уважаешь Лионеля, падаль? Что они с Уфой сделали? Ты Лионеля уважаешь, ублюдок, бля? Ты Нео и Мунели уважаешь, блядь? Рэм! Давай, Слава, ебить! Это девка, забей, нулевка ебаная. Вовремя они мяч перехватили. Давай. Алиса, тише в два раза! Давай. Бля, тебе так повезло, нахуй. Давай, давай. Бля, ты чувствуешь лагает здесь? Классный перехват. Лагает, потому что ты сейчас проиграешь, брат. Не, задержка реально, ты чувствуешь, какая-то есть? Не, нет. Мне кажется, это из-за Моника, нет? Ну, как будто вот такая, не, это из-за того, что я думаю, посредник есть, типа, переходник ебаный. Посредник? Угловой. Новая погоняла у Женька, посредник, ебать. Блядь, ты Месси травмированный, ты охуел? А, еще угловой, что ли, блядь? И мяч переходит в другой команде. А вот такую хуйню умеешь, шаришь, такой, оп-оп-оп. А сел посредник, ебать. Просто я как лоха убираю попущенного, блядь. Тебя чел не бегает в середине вообще, блядь. Великолепный дриблинг. Давай, полежи. Бля, дядь, а ты не охуел? Яички, давай, полежи. Ты не охуел, чертила ебаная, блядь? Бам! А. Нейвар. Если Женек в пифу не играл, бам, говорит, штрафной там не, на пасе идет. Я думал, он сильно ударил. Да нет, там же. Опор все в рамках. Я вообще не играл. Давай, Димочка, родненький, не, давай. Димочка, ребята, обращайтесь, если кому горловик нужен жесткий. Давай, бля, давай. Диман, я вот не играл в ПСК, я думаю, ну, не пизди, нахуй, Слав. Ну, горловик жесткий, это ты в Валоранте, блядь. Блядь, Слав! У тебя в Валоранте, что ли, тоже в нос выебать? Я тебя, по-моему, выебал уже.
в ноль, нахуй. Саункер, блядь. Тварь ебаная, блядь. Просто соло, блядь. Сюда. В работу. Диман, нахуя ты жопу под... А я хотел... Чтобы я выебал, блядь. Он намекает, типа, еби меня в мой рыхлый анус, блядь. Ты сам себе проиграл, ты... Типа, еби меня. Да подожди, нахуй, меня чел травмирует. Да нажмите паузу, вы, блядь, так ебать, сутулый. Ты охуел, блядь? С этим составом я ничего не меняю. Не наеби его, пожалуйста, блядь. У меня Месси, блядь, хромой. Да он у тебя не в защите. Что в защите? Как мне, нахуй мне защита? Мне атака нужна, долбоёб. Ну и все тогда. Активнее сейчас хозяева будут действовать. Хозяева, ебать. Да, уже, наверное, пора поиграть в прессинг. Оп, здорово. Да что ж за пасы у ёбски? Слав, отдохни. Не, дядь, я сейчас просто, твой с чела просто трусики стянули. Не ебей этого пиздобола, он только и может что пиздеть, блядь. Ты Валорике нахуй следующего пойдешь, блядь. Слава, ты лучший, запомни. Он пас дает хуйты, хант саны. Запомните, твой тренер даже пиздит, блядь. Не, бро, ты лучший, не слушай. Был бы он настоящим твоим тренером, честно бы сказал, Слава, ты лох, сука, блядь. Ты моему тренеру уже денег должен, ебать, демон нахуй. Усатый, блядь. Ничего страшного, похуй, блядь. Пусть поест, блядь. Оп. И не дал забить еще один гол. А момент был подходящий для еще одного гола, но голкипер так не считает. Я был уверен, что он сейчас забьет, да и на было. Трибунах болельщики уже тоже повскакивали со своих мест. Но в итоге он не смог реализовать свой момент. Это близкая хуйня, пиздец. Давай, 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 Дима, это выиграешь, потом уже... Я хуярю, Вать, я хуярю, я его душу уже. Давай, девка ебаная. Диман, давай, если это выигрываешь... И следующий, брат, я душу его по максимуму сейчас. Попущенко ебаная нахуй. Души лоха, души, блядь. Я с ним играть неинтересно. Диман, забей. Чё за хуйта? А куда ты летишь, что ну Лёвка ебаная, бородатая, ладно, блядь. Ладно, давай, блядь. Я просто красиво хочу забить, а не как ты одинаковые голы, блядь. Не надо красиво, давай. У чела голы одинаковые все. Забей хоть как-нибудь, ты, сука, блядь, слышишь, нахуй, разваренный долбоёб, нахуй. Давай, давай, штрафничок свистни, размокший и уёбок, блядь. Ублюдок, на суде свистни. Вот такую хуйню шаришь, оп, здорово, долбоёб. Ой, бля. Месси, блядь, сейчас нахуй замесят, блядь, кал твой ебаный, блядь. Этот чел все отбирает или да, бля, лагает, я ебал. Ууу, я думаю, что чел упадет. У меня чел хромой, нахуй, просто, блядь, Александр, сука, нахуй. С мениском порванным сидит, нахуй. Играет, говорит, не меняйте. Ты, блядь, сразу не на первой секунде сломал Месси, нахуй. Смогу играть, говорит, не меняйте. Просто ползет, нахуй, как червяк, понял, блядь, присмыкается, нахуй. Блядь, что? Сворачивайся, я сейчас эту хуйню сделаю. Сука, ебаная, блядь. Окей. У тебя Месси не ключевой игрок, бля, если что, старик уже. Бля, если бы не лагал, я бы сейчас так тебе на мониторе выеб. Слава, ты можешь, Слава, покажись. Я и так его выеб, просто это не будет так, как в тот раз, типа 7-0, 8-0. То есть это будет такое плотненькое, бля, потому что реально пролагивает, бля. Давай, 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 Димочка, давай, родненький, бля. Ща, надо еще, Вать, 3-4 забить, чтобы успокоиться. 3-4, нихуя. Конечно, меня бесит, блядь, Месси, нахуй. Слава, пожалуйста, блядь, 100 баксов. Что ты делаешь? Что это за удар, ты, нахуй? Мянная каша ебаная, блядь. Уебок ты ебаный, нахуй. Рассоси, блядь, АЦЦ, нахуй. Диман, до последнего верю, похуй. Ведь штрафной. Какой, нахуй, штрафной, блядь? Штрафной сейчас хуёк тебе залетит, бля, за щеку твою, Трент, нахуй, стоматитную, бля. Контролирует мяч Ливерпуль, соперник пока никак не может его перехватить. Да, ливерная... Блядь, не бьёт, Мане, не бьёт! Ливерная колбаска Дмитрий Лих, блядь. Верратти плохой пас, отдал перехват. Интересно, куда дальше мяч пойдёт? Отличный, бьет Мане. Слав, чувствуешь, что я тебя просто задаю? Здорово, сейчас может контратака пройти. Ой-ой-ой, ебать опасный момент. Дима, 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 Дима! Тварь его! Красавчик нахуй, молодец, блядь! Чудо! Ёж, сука! Блядь! Ебать! Хорош, молодец, блядь! Да, нахуй! Чудо! Вот это опыт, нахуй! Вот это опыт, блядь! Хорош! Бля, посмотри просто стату, посмотри секунду, покажи. Похуй на стату. Сори, блядь. Смотри. Ты сосёшь, блядь. Биштекс ебаный. Да завали ты нахуй хрипу, ебаный, чебурашка ебаная, блядь. За что? Ты сосёшь, Дима, сосёшь. Любой дуэли сосёшь, блядь. За тебя чел болит, который тебя ебал, блядь, в жопу нахуй. Еси ебался, блядь. Мне похуй, он меня поебал, зато мы с ним теперь руки пожали, блядь.
Пас на Садио Мане. А то, что он на лобик тебе спустил, нахуй, ничего, блядь? Это наоборот увлажняет. Да, спустил и что-то. Омолаживающий эффект носит, блядь. Хорошая передача. Блядь, давай, беги. Блядь! Я рот ебал. Что это? Я даже искусственно посмеялся, потому что это настолько мило, слава богу. А что это такое было сейчас? Пока неизвестно, ученые работают над объяснением. Наработанный ударчик. Это у меня чел вчера тренировку прогулял, в кальянной висел, понял, фифу играл, блядь. Я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого. Можно забивать, извини, что прерываю. Ой, блядь. Ты ой, чё, что мудак, такое? Что это? Спайдермен был? Что это он делает? Хорошо, умничка, сюда, блядь. Вон. Умничка, нахуй. Уёбок рыхлый, блядь. Что это? Молодец, следующая на заработок уже идёт. Смотри, движение вратаря твоего, смотри. Песок ебаный, смотри, а то движение вратаря, смотри. Человек-паук, я картридж забыл поменять, нахуй. Полетел еблан, блядь. Опущенный, сука, блядь, шкаф, нахуй, блядь, шницель, блядь. Челы пишут лаки, но никто, но только истинный профессионал поймет, что это опыт. Хорошо, он пас отдал. Какой нахуй истинный профессионал, блядь? Такую хуйню опытом называть, блядь. У меня бегает, блядь, мой этот, блядь. Пенис маленький, нахуй. Слава, давай не пизди, у тебя самая лучшая команда в этой игре, нахуй. Да, блядь, у меня хромой хуй, блядь. Слава играет только на лучшей команде. Да мне похуй, дай мне, блядь, газмяс, я тебя выебу. Бери газмяс на Next! Бери газмяс, нахуй! Ну ладно, я тут погорячился. Надо свои силы тоже здраво оценивать. Да я ебал, тут лагает, я тебе, бля, буду, нахуй. Слава, ты можешь, блядь? Я знаю, брат, я его выебу сейчас. Ты куда там? Мбаппе пошел в атаку. Блядь, да ладно, ну ты мудак ебаный, а чё ты своими челами не дефаешь? Ты ебать странно играешь, ты, сука, брынза. Посажекал фифки? А, ну похуй. Но мне казалось, там же этот, блядь, Мбаппе имбалансный, там же Месси. Ну Месси не имбалансный. Это хуйня, блядь, это состав на бумаге пиздатый. Ты только что не выиграл же. Есть у него место для движения. Ну Месси, Мбаппе точно имба. Как тебе сейчас повезло, комарик. Повезло тебе, долбоёб, нахуй, когда у тебя на один пиксель, блядь. Мбаппе самый... Сильный фифе. Ну вот, Мбаппе, да. Перехватывает мяч соперник. Нет, так как? Пассажирка сильная же, нет в фифе, мужики? Честно, кто в фифу играет, скажите. А никто просто по футболу. Именно фифа. Мне кажется, сюда сильно. Да. Нападение, ну, нападение сюда. Я не ебу, мне просто нравится, что здесь именитые чувачки бегают. Так это ну, хуйло да. Ебаное, блядь. Оп. Блядь, так лагает эта блядская хуйта. Отличный пас у Нод. Жаль, затянули немного атаку и все, момент упущен. Но ой, и пробить блядь. Надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блядь, я сейчас просто отпизжу нахуй уже в жизни, блядь. За что? Шучу. Сейчас все в жизни пизды получишь. Сейчас я просто поебал в жизни от него словлю нахуй. Да не, я Димасика люблю, блядь. Да иди ты нахуй с этим крепышом, ебаным тараном, блядь! У меня там таран вообще все хавает, Иван Таранов. Ебать. Мяч в зоне атаки. Ну и штрафничок. Ну что это, блядь? Вирджил Ван Дайк. Ну что это? Куда ты руками машешь? Все возможности для контратаки. Да ты че долбоеб нахуй, ты попущенец, блядь. ПС здорово на перехвате действует. Да нахуй. Да что это за хуйта, блядь? Блядь, лёг, ёпта, со своим Месси, нахуй. Алло. Алло. Не, ребят. Диман ебёт Славу, как всегда. Да я ему поддаюсь уже, честно. Всё, это там Димана осёл по словам сосёт, блядь, всё. В натуре, его бустит, блядь. Стамина побивает. Это Димана $100 поставил. И первый раз уже проебал, нахуй. Ну я уже проебал $100 злому прогам. Я еще второй я раз. Ребят, скажите трахать, если скажете да, все, я начинаю трахать жестко. Да, да, да. Еби его нахуй. Не, трахать. Трахать. Давай, 5-1 его пи... Ладно, 5-2. Да нет, все ебать. Что за хуйта ты, блядь? Ебать. Огрызок нахуй, сука, слоновий, блядь. Арахис ебаный, блядь. Ты чел просто за линию, у тебя судья подкупленный в тотал, нахуй.
Ты в ауте бегаешь, блядь. Судья просто на тотал поставил просто. Еб туда его! Просто гвоздя тебе в крышку! Гроба! Молодчинка, блядь, молодчинка, нахуй. Слава, ты можешь, Слава, да. Опыт берет свое, нахуй. А что это, Дмитрий, подожди, блядь, Гузленко, нахуй. Оставь повтор на секунду, а что это было? Что такое? А что такое? Посмотри. Это знаешь, что было? Вратарь скавал твой в нулину. Не-не, ты глянь. И чё? Посмотри, чё? Что? Все в порядке? У вратаря тоже стоит на тотал, Славик. Нитроглицерин рассосать, не спать, походу. А почему просто на пол упал? Как в волейболе в девятом классе играл. У тебя вратарь ставочку сделал на меня, и правильно. Тоже сотку, блядь, дозалил, нахуй. Дозаливчик сделал. Что счет будет? Что больше 6 голов, больше 5,5 тотал будет к концу матча поставил. Тебя выебал, нахуй. И манчик 5-2 надо закрывать дерьмо это. На кого сейчас свайп поставил? Я на Диму $100. Уже $100 ебал против Димы. Ну это похуй. Давай нахуй, скрипичный ключ, ебаный. Бля, если бы этот уебан еще пропустил. А, там офсайд нахуй. Бля, какой уебок на воротах? Кто это такой, бля? Меняй его, бля. Это, представь, Ром, это что ты понимал, Слава еще проебывает, при этом он еще постоянно заглядывает в монитор, блядь, Ликса, нахуй. Да, блядь. Ребят, вам мячик отправил в камеру. Мяч ушел за пределы поля, и Пари Сен-Жермен ведет этот мяч в игру. Ух, ебать. Стоп, а как они играют? Это у них по монитору? Да. Сука ты ебаная. Чтобы не пали страты. Ну, слова пали, да? Да. Вот это красиво, Слава. Да, нет. Отца, у тебя там чел лежит, у меня игроки не играли уже даже. Сколько осталось? Минута, да, где-то? Или... Ну, такие рандомные залетают, ребят. Какие нахуй рандомные? Ты чё, рофль щел, блядь? Какие рандомные? Проснись нахуй, ты бы уже сосал, блядь. Какие рандомные? А, Дима, сейчас за 3 за 3 время тянет. Время тянет, боже. Бля, за 3 время тянет. Нормально, 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 Диман не слушает. Я ничего не тяну, что? Какая крыса? Я не крыса. Какая крыса? Хорош, Диман, это нормально. Это тактический подход, Дима. Все ты правильно делаешь, бля. Бля, Дима! Слава, Слава! Нет, Дима, ты сничий баный, так не правильно! Нет, Дима, ты красавчик, нахуй, не слушай этих хуйбанов, ты молодец! Когда у меня ты тактически подходишь к матчу, только такие выигрывают, Дима! Когда ты молодец, проебал все хорошо! Покупку машины, нахуй, он мне говорил, если будешь тянуть время, бля, я не куплю машину, по итогу я его так выебал, бля. Все хорошо, Вау, Дима, слушай! Не слушай, он пытается тебя сейчас морально передавить! На 90 не верь минуте, в это, на, блядь! У него есть время на атаку, может не хватить. Это карма, братан! Да я поддался чутка. Ты чё, блядь, Диман? Чутка поддался тебе. Ну мне вратарь в очко пропустил, тоже ставочку сделал. Диман, на 90 ты пропустил! Ебаный, блядь. Слава, ты лучший! Карма никогда никого не щадит. Пока в реальной жизни, сука, ему. Карма никогда никого не щадит. В этом весь прикол кармы. Да выебался, да ему мяч отдал, в смысле. Влад, мне кажется, тебе не суждено вставки. Ты не мог держать все вратарем? Не мог. Не мог. Да ты пиздишь там! Если не мог! Если бы ты мог, ты бы сдержал. Нет. Пиздобол. Да я ему дал шанс, и он шанс... Я контролирую матч. Золотой мяч или классику? Золотой гол. Давай. Пиздать тебе. А что такое золотой гол? Это первого гола? Это когда суд на лицо, и надо еще гол завидеть в момент. Типа ничего не видно, прям как будто дождь идет. Это просто обоссанный мяч, надо им играть. Нормально то, что у меня Месси просто всю игру травмированный, я играю. Офсайд. Ангель Ди Мария. Навес тут должен последовать. Да иди нахуй, ты хуй ты, блядь. Выходит мяч из игры, отлично, соперник использовал прессинг. Да блядь, что ты делаешь-то, нахуй, осел? Блять, осел еще нахуй, походу тоже залил на него, блять. Он мне стул нахуй дергает. Хороший сука, весь мир против меня, мне поебать не привыкать нахуй. Слав, я за тебя, Слава. Спасибо, родной, это нихуя не дает. Дает, Слава, не пизди. Слава, я тоже моральная поддержка с тобой, давай, давай, еби. Спасибо, пиздец, блядь. Блять, ты своими яичками отбил. Нихуя себе, как ты мой хуй отбил, своими пиздец. Яичками отбил нахуй, когда я тебе вчера народ накидывал. Можно провести контратаку. Блять, что это? А свина ебучая сидит тихо, не отсвечивая шестерка Алекса. Ой. Как ты вслух прочитал? Случайно прочитал, да? Да там уже 3 сообщения подняло. Да что, блядь, Женька, пиздец. Женек, ну-ка завали ебало Ромчику. Кому? Он сказал то, что шестерка Алекса, блять. Ромчик, ты чё, охуел? Жень, разберись. Бля, реально шестерка. Бля, шестерка бустера, блядь. Отличная возможность забить. Я не слышу, Ромчика, но ты в Москве, Ромчик? Хорош! А тебе нормально, что у меня...
Меня твой чел просто рубанул сзади. А, так куда ты? Куда ты бежишь? Блядь, я сейчас просто... Пропали! А чё с голосом Алекса? Мохаммед Салах. Бля, такой ты уебень, нахуй. Сука, селезень ебаный, нахуй. На, нахуй, отдохни, бля, отсоси, бля. Мяч будет введён в игру из-за боковой. Бля, сейчас твоих челов просто ломать нахуй начну, мне вообще похуй, блядь. Дыхай, долбоёб. Ебать. Чё это за хуйта, блядь? Он просто развернулся, блядь. Чё это за хуйта? А, ёпта, отсоси нахуй, офсайд, долбоёб. Ты ёбнулся? Ёбнулся твой хуй, блядь, слышишь, маленький нахуй. Папара-папа. Папара-папа-па. Мбаппе. Ну все, это пиздец, ну это пиздец, но у меня игрок не работает. Блять, ублюдок, ты сраный нахуй! Мяч летит в центр штрафной. Блять. И после первого дополнительного тайма счет остался. Месси идет вперед. Эдисон сюда! Погнали, нахуй. Девочка ебаная. Второй дополнительный тайм начинается. Батить еще выебан. Приятности. Твой тренер уже даже ничего не говорит, блядь. Да смотри, потому что. Потому что он уже сотку отправляет, можно ебать. Он уже чувствует, нахуй. Твой тренер тут, Слава, не переживай. А мой тренер тут, блядь. Не, я тоже тут. Я просто задержал дыхание. Я нет, я просто потерял 100 долларов. 200 сейчас. Янь Холё! Не смогли они ничего сделать. А кто с какого, кстати, играет? Кто синий? Алиса, громче! Кто синий? Кто из-за синих? Ну я не так громко сделал. Слава, давай, еби, Слава, бабки на кону, миллионы, ух, миллиарды. Как вложил, птичий кайф! Блять, а этот птичий кайф, блядь, такой собачий, типа. Ребят, кто за белых играет? Птичий кайф, нахуй. Это что, птичье молоко, блядь? Кто белыми играет? Диманчик. Уебанчик, блядь, бим-бим-бамчик, блядь. Сопернику благодаря прессу. Не будет больше у них возможности забить. Последняя атака идет. Спасибо, чё. Финального свистка и окончания. Блядь, хуйло ты, ебаная цапля, ебаная, блядь. Сука, стрекоза, кузнечик, ты ебаный. Атакующая комбинация Осуждаю. Ливерпуля. Хуяй! А вы уверены, что вне игры все-таки было, а? Джорджиньо Вейналду. Бля, я опять забыл, кто забил. Месси оставляет мяч для навеса. Сука, мудак, нахуй. Ты мне чела сломал, ты заебал, нахуй. Чего, блядь? Пенка, пенка, родной. Какая? Пенка, родной! Родной, пенка, бля! Ты чё, ебанулся, ты чё, охуел? Стоп, 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 стоп. Так ты сюда смотри, долбоёб. Чего, блядь? Сюда посмотри. Чего, блядь? На этого чела посмотри. Ну вот, который сзади. Чё ты вытворяешь, падаль ебаная? Ебать! Стой, стой, убери, убери. Вон, который сзади, сзади. Вот, ну. Смотри, сука, рыбка ебаная ты! Что это, блядь? Куда ты летишь, руки рас... Какая же крысиная сущность! Красавец! Чё ты? Бей давай. Нахуй иди. Бей. Я тебя в ванну сотрахаю. Это 3-2-2, это пиздец, это хуета пенальти на... ПК сделал пенальти! Пенальти ПК сделал! Слава, такая хуета, это игра, да. Говна. Вать, как там у тебя баланс что-то улетел? Просто вчера нашел мало потратил. Брат, Вать, ну ты видел, что это за хуйня? Это 3-2-2. Это такой мусор. Это 3-2-2, ебаный. Не, ну ты можешь еще и спать. Нет, кусоточка. Ай-яй-яй. Артурчик, может еще одну и докинешь? Да нет. Артур, ставь 500 долларов. Давайте на 200, сыграйте на 200 баксов. Давай. Вадя. Пиздать. Да этот ебан специально слил катку, блядь. Я говорю, это ты ебан специально слил катку. Я не сливал, Вадя. Ты видел эту хуйню, что компьютер сделал? Сейчас, давай, секунду. Девка, давай на что-то тоже с тобой поспорим. Дай секунду сейчас. Кое-что сделаю такое. Блядь. А первую Ликс выиграл, да? Нет, я две въебал. Какой там Ликс, ничего, он выиграл только, блядь, мои, сука, яички потные себе в рот. Если это можно назвать призом, блядь. Давай злой на 100 баксов, чё, я на Ликс оставлю. Чё ты делаешь, Роман? Таксику меняешь? Да, злой. Давай. Ну, чат, как лучше, так оставить всё, вебку или одну поехали. Сделать полноценно? Диман, поехали. Я на тебя поставил, пожалуйста. Ну. Слав, еби, Слав. Диман меня слышит одну или нет? Одну очень много пишут. Одну, давайте одну сделаем просто. Сейчас, подожди, брат, не алло, Диман, ты меня слышишь? Да. Я на тебя поставил, выиграй, пожалуйста. Ром, будет сделано. Поехали. Диман, сядь поближе просто. Поехали. Георгий Черданцев и Константин Гейн. Слава, игра начала. Это Пари Сен-Жермен против Ливерпуля.
Отличный матч. Все. Вы поставили, пацаны? Да, я на Димана поставил. Диман, за каких Диман играет? За белой формы, да? Все да, нормально. Диман белая форма. Все нормально, Ромчик, я все сделаю. Давай, давай, давай. Сколько ты поставил? $100. А кто протяжет? Злой. Чё, блядь, а что это за пас такой? А чё, Вадя, все слился уже, нахуй? А пизду, нахуй. Мне дед, сука, заливает хуесос. Вадь, я забиваю, блядь. Брат, мне до последнего, я серьёзно говорю, всё будет норм. Я его подкармливаю, как наперсточки. Какие нахуй наперсточки? Пиздобол ебать, слюнтяй нахуй. И наперсточки, блядь, и на минус 200 баксов, блядь. Да бля, у меня пасы не дают, чел, забей. Спасибо, что Диван за белок сейчас играет, да? Подожди. Сюда, перехватил и отъебал. Да нет, это хуйта ебаная. Это что меня отвечает? Артурчик, блядь. Артурчик, нахуй. Ой, господи. Да я не понимаю, как они играют в защите. Нахуя я вообще ебал? Это вообще непонятная тема. Да не перехватывают они. Чел только Мбаппе забивает, понимаете? Смотрите, что это за пасы, куда он дает? Мямля, нахуй, отсоси, старая, блядь. Слюнтяй, сука, салфетка ебаная, блядь. Давай, Диман, я до сих пор тебя верю. Пиздеть ты, блядь, можешь дохуя, блядь, а толку ноль, нахуй. Давай, давай, Слава. Куда они пасы дают? Больше. Все, хорошо. Отлично сыграно, теперь они могут начать свою атаку. Хороший пас в движение. Да берись, Диман, давай, давай, давай. Ебать, повезло тебе в той игре, ты вообще тебе вил что-то забывал, черт давай, нахуй. Давай, давай, ты мне челу в шаринку попал, ебать. Медуза ебаная, блядь. Да иди ты нахуй. Где у меня эти заусенцы, ебать, отраханные? Да что это за хуйта? Какой у тебя вратарь, блядь? Какой нахуй вратарь? Ты вообще в курсе, что такой хуйни вообще не должно было быть, блядь? Ну что это за защита? Ебаный читер! Ты нахуй с Алиэкспресс челов на Хедхантере понабрал, блядь. Здорово сыграл Маркиниус, он с мячом. Я тебя выебу, я тебе бля буду, нахуй. Чтобы все знали, что я лучший, блядь, фифу, нахуй. Благодаря прессингу. И пас обратно. Скучновато. О, что там поется. И правильно, долой мяч из штрафной. Как же ты сейчас подсел на очко, Слав? Давай, Диман, нахуй. Да сейчас. Да, Диман, соси, соси. Диман это понос, я вам так скажу. Это колбочка с калом. Ну что это за хуйта? К сожалению, это просто извержение из-за уехал, лупы. Желтая карточка. Как бы это грустно. Куда я буду, Диман, красава? Давай кондей включу, жарко становится. Рефери посчитал этот эпизод. Брат, забери, пожалуйста, в гостиной. В гостиной пультик такой там. Видишь, большая кнопка зеленая в центре. Осел, кондей. Да. По фасту. Сейчас что-то вырубить, знаешь. Рома такой говорит, типа, осел, шестерка Димана. Диман такой, ты что сидишь, разберись с ним. Моно Сега 2, а Ультра кондей, блядь. Кого просто бегать игроком с нами? У тебя Ван Дайк, ебаный. Жожа пришел, блядь. Слава, Жожа пришел открыть. Блядь, Диман меня почему-то называет Жоля. Я не понимаю, почему. Жоля, блядь. Мне кажется, что в чем-то ситуация Жени даже лучше, чем Монаси. Сука, ну что ж ты будешь делать? Ваня, ты говоришь? Ты же посыпай не прошу. В чем? Бля, вот я чел, нахуй. Я ничего объяснять слышу. Просто мое мнение. То, что он может нам кондей включить, а Монаси нет? Да не, но люди понимают, кто кому надо, как говорится. Вообще интересно, блин. И стоит, смотрит под ноги! Крип Максимус. А шутка смешная. Он работает? Нет. Просто холодный воздух задул. Работает все. Хороший пас получился. Ой, бля, надо было пас давать. Какой я долбоёб, нахуй. Бля, Диман, ну еби, ёбаный в рот. Скажи лицо, что он поставил. Вот поставил постоянный пред. Да пошел он нахуй, блядь. Ну скажи, 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 это факт. Хороший мяч еще. Ты забил, да? Да, Ромчик, все четко. Красава, красава, Диман, я в тебя, блядь, с детства верил, нахуй. Че, Диман, съебал? Он выигрывал, он выиграл бустера 3-1, потом 3-2. Против Димана. Потом 4-2, потом 4-3, потом 4-4 проиграл. Вать, ты на славу поставил? Нет, Вать, ты в тильте из-за этого?
Всего лишь 200 баксов. Говорит, ты нахуй идешь. Ну за что? Не, ну я бы сейчас на Димана поставил третий раз. Диман не проебет. Ну не, Слава всегда все хуебал, на самом деле. Я просто 22-ю не играл. Брат, уебище, где уверенность? Да, да, ты меня всегда фифу ебал. Вот и все, и сейчас выебу. Это уже в прошлом. Я не куда-то там туда. Диман, по ногам пиздись еще. Да не, все нормально, Ромчик, ты че, все четко. Нельзя терять мяч. В жизни по ногам. Получите теперь опасную атаку. Блядь, какая же хуйня залетает у него. Но у меня защита не работает вообще, у него защита работает. Давай, старый, соберись. У меня защита не работает. Я не знаю, как она играет. Давай, поплачь нам. Но это правда. Смотри, они стоят просто, смотри. Поплачь, девочка! Поплачь, поплачь. Артурчик, нахуй, 300 баксов, блин, инкаминг. Надо поставить. Игра возобновляется, счет уже 2-1. Хорошо. 300 долларов инкаминг, фрихана, блядь. Нормально, нормально. Защитники гостей в линию расположились. По-моему, они готовятся создать... Каким игроком только играет? Все, сейчас ломать буду Мбаппе. Сейчас я тебя ломать буду. Ломай его нахуй. Джордан Хендерсон. Мы против насилия, мы не будем никого ломать. Мохаммед Салах. Ушло. Бля. Мяч ушел в ап. Оп. Трент Александр Арнольд. Плюс сейчас кому тоже послышалось. Нахуй на. Хорошо отдал, может быть опасно. Бля, ну у меня играет. Ну что это за защита? Что это за хуйня? Ну что это? Отсоси нахуй, старый. Это что это за хуйня? Бля, мне одному послышалось. Что это за хуйня? Ну как это? Злой китайский. Он сказал, да. Он сказал, куда он? Да, да, да. Что это такое? Как тебе куда? На банку? Они вообще не играют. Они вообще не играют. Да? Какая хуйта. Этот. Не, пацаны, я просто не знаю, как. Я пока не понимаю, как здесь сделана защита. Куда тебе, бро? Говорит, куда сделана защита, он не понимает. Ну, я правда не понимаю. Все, ты все, сейчас поехали. На приколе VR ли нам? Поехали. Да. Тем временем у нас 3-1. Женек, а ты хоть раз играл в VR? VR? Ну я говорю, я в КС-ку только играл. А в страшилку нет. Там не страшно, пиздец? Нет, вообще. Ну там от атмосферы зависит. Одному в комнате пиздец. Отличный отбор. Бля, Диман, такая нулевка, чтобы вы понимали, у меня год назад ебал как лоха, бля. Да я же не играл. Одна минута. Я сейчас выйду. Так я тоже вообще не играл, брат. Ты просто, я вот реально говорю, после этого надо уже, ну, сознаться, что, к сожалению, бля, 36. Со счетом 3-1 завершается. Старая оборудка, блядь. В конце матча, пожалуй. Поехали. Шершавая нахуй. Поехали. Скажи Алексу, чтобы он поставил постоянный прессинг. У тебя игроки быстро устроили Диманка. Да я не знаю, я пока не понимаю, где что ставить. Понимаете, в этом проблема еще. Ну нет, наверное, ну тут как бы тут надо просто не по-другому играть, не как в жизни, типа. Не надо просто рот открывать и ждать, пока хуй залетит. Он, конечно, вот у меня не забегает чел, вот они не забегают. Какой они должны забегать, по-твоему? Бля, Диман. В офсайд нахуй? Ты же ими управляешь, вот они забегают. Что такое АИ, бля? Может, ИА, блядь? ИА. АИ, Майнкрафт. Ну что это? Ну бля, что это? Ну что, ну бля, что это за хуйта? Ну что это за хуйта? Когда вяжешь. Возьми этот карту. Сейчас я эту девку в салат оттрахаю. Давай. Какую тактику поставил, там пиздец начался. Какой пиздец? Пиздец начался у тебя в голове, бля. Ты просто признаешь, что ты хуже меня играешь гораздо. Я тебя не хуже играю. Ты вообще в тысячу раз хуже. Спасибо, брат. Ты чё, охуел нахуй, демон, блядь? Лови! Чё это за залупа, блядь, дряблая? Красоточку, красопёточку. К этому моменту уже забито 6 голов, 4-2 на табло, и всё ещё может измениться. Мбаппе. Прошёл он соперника. Мбаппе отправляет мяч в штрафную. Блядь, повезло тебе нахуй. Сейчас я бы такую комбину разыграл, ебейший мой мяч. Так, мне 2 гола надо забить, и 3 потом. Всего лишь 2 гола. Типа, ну... Это не так много. Давай, Диман, камбэч. Возвращает он пас. Господи, да они не играют вообще, блять, они почему они не защищают никого? А, ты еще один пропустил. Ну я не знаю, как это, я ничего не могу сделать даже, они не защищают. Посмотри на вот эту распасовку. Да какая распасовка, посмотри, у меня челы стоят, они ничего не делают. Так ты должен ими закрывать, долбоеб. Как я ими буду закрывать всеми? Щелкай с челами, блять, и подбирай. Ты же не, блять, у тебя они сами закрывают, когда ты даже не бежишь. Что ты шушь, меня тут сам сейчас закрывает. Ну смотри, я тебе сейчас покажу, как это работает, смотри. Давай. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Видишь, Рома, как ты премиум купил тебе? А там премиум сделали уже? Через телефон. А что он дает? Ой, куда ты? А, это звездочка вот эта? Да. Я думал, что это звездочка у тебя.
Она не хэнди. Неймар. Неймар, бить надо. Бля, повезло, родной, сейчас бы 6-2 было, нахуй. Лица у Димана не видно, все в сперме. Да он уже весь побледнел, ребят. Все нормально. Просто мне не нравится, что игроки неправильно защищаются. Идет мяч в штрафную. Гол 21-го в ноль. Не удалось мяч вывести, надо обороняться, давай. Продолжать. Так тут дело не в фифе, брат. Фифе дело. Тут ничего не поменяли, но. Фифе дело, нет, тут дохуя, кстати. Но тут отбор другой, и игроки, я не понимаю, тактики, я не понимаю, как. Они не отбирают у меня, понял? У тебя они не должны отбирать, нахуя. Ну вот смотри, смотри, они даже не добегают, понял? Это даже не я управляю ими. Ну что это такое? Что это за хуйня? Я профессионал, родной. Да никакой это персонал. Какой классный пас в разрез у него получился. Еще раз мы смотрим. Универсальный. Они вообще ничего не делают. С близкого расстояния, так что мяч точно в створ. Диван, ты просто отсосал. Ну, типа, в этом не надо никакую проблему искать. В этом ничего такого нет. Давайте еще. Хочешь, поиздеваюсь над тобой? Давай поиздеваюсь еще. Поехали, начинай издеваться. Давай, давай. Бля, повезло тебе, сука. Поиздевайся над моим членом, блядь, с умертвом. Ой, что, по-моему, карточка. По-моему, желтая, ничего. Ебаный монитор. Рефери посчитал этот эпизод недостойным карточкой. Бля, куда ты даешь, долбоёб? Ну ему, конечно, не расстраивайся, брат, просто играть. Тебе просто тело упал, нахуй. Как снег, ебать, рассыпался. Как кто? Подожди. Продолжает идти вперед. Да блядь, что за бомж, нахуй? Кто это такой вообще? Что это за ништяк, нахуй? Как ее вернуть, если бы я знал? Ребят, к сожалению, Дмитрий Ликс, ну просто... Если бы я знал, как вернуть стандартную, у меня просто они, я не понимаю, что делают. К сожалению, сегодня пожилая Годзилла не рассосала глицинчик. Да, матч не кончился. Смотри, брат, он нахуй, выхожу, наебал, просто на пас развел Галиму, блядь. 6-2 уже, что? 6-3. Да похуй, я уже... Я отошел в творят, Диман, еще ты... Я уже фанюсь. Да-да-да. Как обычно про я буду, Слава. Ты уверен? Все, начинаю опять потеть. Сил, видимо, уже хуя у тебя, блядь. Просто Диману старому нахуй набрызгал с кусочками зерна, блядь. Фу, ебать, вонь ебаная. Ты что сегодня ел, нахуй? Что, овес какой-то, блядь? Ну да. Бля. Слав, ну ты еще проебешь, если ты будешь фаниться. Я уже не фанюсь. Счет уже 6-4. Надо было поскорее забрать мяч, им это удалось. Долго разыгрываешься, Дима. Вот, ребят, быстро. Дёгу жжёт. Повреждение в каждом нападении, блин. Пошла атака, там Садио Мане. Ооо! Нихуя! Нихуя жестко! Ебать! Ебать, старых несёт, а что там бэйчик? Слава! It's comeback! Comeback is real! Давай, старый, я в тебя с детства верил. Диман, главное сейчас не выебываться, а на фокусе. У меня инвалид, ну, эти самые игроки травмированные. Инвалид это по-английски неверно умеется. Я сказал, что эти травмированные игроки. Неверный мапу, инвалид. Бля, я думал, сейчас гол будет. Чел, я не это сказал. Бля, сейчас, кстати, гол мог быть вообще легкий. Странно, что не взлетел. Сука, ебал. Нуну Мендеш. Диман, главное сейчас не уебываться, аккуратно надо играть. Неймар, великолепная передача. Ну что, он уже начал, сразу начал зуб. И пробил он поворотом. Хороший гол, мяч не проходит дальше. Есть пробитие. Ранее не пробитое, блин. И в последнюю секунду есть попадание. Мяч переходит к сопернику. Что-то барсук старый, ебаный. Бля, Диман, 1-1 сейчас выходишь. Давай нахуй, кимбимпе, блядь, ебаная. Бля, нихуя, разыгрался. Забивать тут надо. Бля, разыгрался. О, май бог! Чудак! Разыгрался, пиздец. 6-6. Алиса, включи Зинедин Зидан! 6-6. Кто? Время матча на исходе. У парижан есть последняя возможность забить гол в этой атаке. Бля, ты что это за зубак? Алиса, включи Зинедин Зидан песню! В концовке будет настоящая жара. Замена в составе Пари Сен-Жермен. Сука, Алиса, громче! Похуй на соседей, да, не подает Неймар. Да, блядь, ты ебаный рот, нахуй. Ты черт ебаный, блядь. Сюда. Мизин сюда! Мизин для мизинца незаменим. Какого нахуй мизинца? Ты че, мудак ебаный, отрахаешь, блядь?
потерял атаку, нужный импульс, прежде чем докатилась до ворот соперника. Типа подготовился сейчас перед тем, как... Сейчас сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. Футбол быстрая игра, только что они атаковали, теперь надо бежать по воротам. И есть блок. Ой, бля, бьешь такой удар. Шальная тебе в ротик залетит, нахуй. Давай, давай. Да, бля, что это за хуйта ебаная кармическая? Все, мне просто на овертайм и вывести, я его там выведу. Ну что за хуйта? Что это? Ебаным игроком своим. Который просто бегает. Блядь. Какой же ты лакич. Какой ты лакич, Слава, это пиздец просто. Ну, бля, ну он просто убежал, ничего не сделал. Не расстраивайся, родной, не расстраивайся. Просто ворот взял. Есть 40 секунд, давай. Давай, Диман, 40 секунд. Все, отсосал. Пососал и пососал, с кем не был один. Да я тебя вы... 6-2, 6-6 сделал, дружище. Я подавался, долбоёб, чтобы обид не было. Я просто потом расслабился. Чтобы обид не было. Я просто потом расслабился. Родной, чтобы, блядь, чтобы обида присутствовала. Я просто потом расслабился, Слава. Не, бля, реально, чтобы обида присутствовала. Ты говорил, каждый матч, что ты его выебешь, Дима.